20-е годы. Маленький городок на юге России. Конец гражданской войны. Группа бандитов из бывших белых офицеров грабит поезд с золотом, на которое нужно было купить хлеб для голодающих. И пятеро боевых друзей вступают с ними в смертельную схватку. Дебютная работа Никиты Михалкова. Психологический вестерн. Свой среди чужих, чужой среди своих. Сегодня в 10 вечера на телеканале «Самара ГИС».